Приветствую вас, дорогие друзья, с вами Стоваримас. Что ж, давайте немного полетаем, посмотрим основы управления игры под названием Star Citizen, находящейся еще в разработке. Ну что ж, ребят, корабль Harnet, это самый простой, обычная модификация у меня. У этого корабля есть несколько экземпляров. Мы об этом попозже с вами поговорим. Мы видим здесь, игроки уже вовсю летают. Мы с вами находимся на станции, FPS-ик у меня бывает скачет, бывает нормально. То есть это все зависит от того, где вы будете находиться. Если вы будете находиться на станции, и здесь очень много игроков, то, конечно, это все дело повлияет. Игра пока еще находится в разработке, альфа-тест. Альфа 2.0. Поехали. Ладно. Мы сейчас с вами посмотрим основу управления в Star Citizen. Здесь есть несколько режимов пилотирования, да, то есть есть первое пилотирование, это у нас точное пилотирование, то есть это во время посадки мы будем это дело включать, либо во время боя. Превосходно. Давайте включим где-то третьего лица. Вот так вот наш корабль выглядит снаружи. Довольно хороший. Ну что ж, полетели. Нажимаем клавишу R. Роман. Прекрасно. Мы сейчас с вами безопасненько, аккуратненько взлетим. И давайте потихонечку продвигаться вперед. Перед нами показывается вот такой вот, можно сказать, индикатор скорости нашего корабля. И, конечно же, здесь есть еще волшебная клавиша под названием V. Английская. Виктор. Ну, либо М русская. То есть, нажатием этой клавиши вы можете ускорить свой корабль, тем самым вы перейдете в другой скоростной режим. Нажимаем эту клавишу. Видим, то есть наш скоростной режим уже... То есть корабль менее точен становится при маневрировании. То есть мы маневрировать в таком режиме, ну, крайне опасно для нашего пилота. Во-первых, у нас могут быть перегрузы. Во-вторых, конечно же, мы не сможем более точно, например, сесть на ту самую площадку, куда мы с вами вылетели, либо не можем ввести какой-то там точные удары. Так, мы вышли из зоны. То есть мы вошли, вернее, в PvP-зону. Ну что ж, давайте еще один режим включим. То есть это у нас второй режим. Третий режим. CPU называется. У нас корабль сильнее еще разгоняется. То есть мы можем, в принципе, любую точку выбрать, там, например, любую планету и к ней прилететь. Но это будет очень сложно. Вернее, очень медленно это будет все происходить. То есть мы еще раз нажимаем с вами на V, да, и у нас получается скорость 1045. Это наша максимальная скорость в круиз режиме. Давайте сбросим сначала скорость и переключим на обычный режим, чтобы повернуть свой корабль. Потому что видите, какая у нас маневренность никакая, можно сказать. Давайте осмотримся хотя бы. Я как-то нечаянно помню, мой корабль летел очень быстро, и я случайно нажал на Ctrl-F. Ctrl-F это, то есть, выйти из корабля. Мы можем выйти, в принципе, и прямо сейчас в открытый космос. Но я вам не рекомендую выходить из корабля, если ваш корабль движется. Потому что он улетит дальше, а вы окажетесь в открытом космосе без своего звездолета. Так, хорошо. Мы с вами остановили. Хорошо. CRU. Вроде бы здесь написано. SCM, PRE, то есть очень много режимов передвижения. Так, PRE. Ну что ж, давайте остановим свой корабль и попробуем выйти в открытый космос. Нажимаем Ctrl-F, Федор, либо Ctrl-A, русская А. Вот так вот это дело, дорогие друзья, выглядит. Щиты отключены, и мы выходим в открытый космос. Прекрасно, смотрите, как чат просто... Я, кстати, зашел в игру с третьего раза, потому что у нас выскакивала ошибка, но это не ошибка, оказывается, это оказывается, что серверы-то полны. Как вы знаете, в игру уже зарегистрировалось более миллиона человек. То есть все, то есть миллион человек купили вот эти вот стартовые пакеты. Я понятия не имею, сколько человек на сервере, но я понимаю, что это очень много. Ну, более чем 300 тысяч здесь точно есть в данный момент. Ребята, представьте, да, более 300 тысяч игроков, пользователей. Это просто жесть. Ну что ж.
Ладно, давайте вернемся тогда в свой корабль. Вот так вот наш корабль выглядит. Я вам покажу еще один режим передвижения. Он называется квантовый прыжок. То есть это уже, если вы хотите быстро переместиться с точки А до точки Б, то нам придется сделать следующее. Так, сначала давайте войдем в этот корабль. Превосходно. Тоже нажимаем F, просто F, не Ctrl-F. Ctrl-F это, можно сказать, спишется, да? Ну, я имею в виду выйти из корабля. Прекрасно. Что ж, рекомендую вам ставить простой режим перемещения, клавиши V английская, и потом переходить на режим скольжения, можно сказать, то есть квантовый режим. Это у нас клавиша B. Борис, B английская и русская. И после нажатия этой клавиши у вас перед вами появляются вот такие вот всякие разные точечки. То есть это у нас либо станции, либо какие-то интересные территории. Ну, давайте посмотрим, вот слетаем вот на эту позицию. Com-Array, 625-я позиция. Поехали. Набираем скорость. Можно, в принципе, скорость не набирать. Это не элитка, где нужно разгоняться. Просто нажимаем средней кнопкой мыши. Это, ребят, для тех, кстати, гайд, у кого просто клавиатура и мышь. То есть, если у вас есть джойстик, там, конечно, все по-другому. К сожалению, я не знаю. Нажимаем среднюю кнопку мыши. То есть, это тот самый колесик. И летим. Хочу отметить то, что находясь в космосе, вы можете быть убитым разными пилотами, реальными игроками. Поэтому будьте всегда внимательны. Как вы помните, в прошлом стриме мы немного, пока там чат читал и так далее, то есть вот именно этим режимом теперь мы с вами воспользуемся. Нажимаем V для полного разгона, да, можно, в принципе, до 200 разогнаться. Давайте до 400 разгонимся, посмотрим. Прекрасно. Нет, стоп. Так, все, отключаем. Мы уже почти долетели, то есть у нас теперь идет круиз режим. Маневры нас, конечно, не так уж хорошо, но тем не менее. Чтобы выделить цель, вы выбираете вот, например, вот так вот и нажимаете клавишу английскую Т. Татьяна. Я не успел выбрать. А вот я выбрал еще одну цель. Превосходно. Летим. Так, ну давайте простой режим выключим. Так, пираты уже вовсю с нами работают. У нас сейчас будет перегрузка. Да, и в плане FPS тоже. Боевка здесь, ребята, довольно хорошая. То есть самое главное привыкнуть к этому делу. И, конечно же, игра еще находится в разработке, ребята. И у нас по-любому будет минус один. Тихо-т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 ихо. Вот это жесть. Вот это я понимаю. Так, минус один, ну, по всей видимости, фрага мы с вами не взяли. Так, у нас зависла игра. Нет, нормально, все отлично. Ну что ж, обзор управления перешел в просто обзор боевки, да? Что-то боты тупят реально. Да. Таргет дестроит. Неужели мы вылетели из игры? Что-то я по ним стреляю. Обычно, вообще-то, я, насколько помню, повреждения уже были. Потому что я до этого воевал, и у нас... Да, видать, сервак завис просто. Залагал сервак. Ну что ж, ладно, полетели, ребят. Дальше. Пока я никого не вижу. Так, ну что ж, у нас обычный режим. В принципе, можно сейчас попытаться сесть на какой-нибудь объект. И как раз я вам покажу, как переключать режимы. Например, у нас теперь боевой режим. Если мы нажмем клавишу N Натали, либо T русская Татьяна, да, мы получится landing mode. Включится у нас и все. Так как у нас станция, то есть далековато, давайте чуть-чуть дадим газу и остановим корабль. Все, стоп. Все, остановили корабль. PRE. Включили. Превосходно. Останавливаемся. Что ж, здесь, когда вы нажимаете landing mode, если на станции есть какие-либо там площадки, куда можно сесть, вы обязательно это увидите.
заранее вам покажутся, то есть такие вот голубые всякие маркеры покажут вам, что туда может сесть. По всей видимости, здесь этого нет, так как здесь у нас другая станция. Так, хорошо, ладно, здесь, я так понимаю, делать нам нечего. Давайте прыгнем в другое какое-нибудь место, например... Shield full. Ага, щиты мы уже с вами этот... Ship pick up. Посмотрим, что там происходит. Полетели. Также нажимаем B, нажимаем, выбираем цель и средней кнопкой мыши. И все, и летим дальше. Quantum travel complete. Прекрасно. Также не забываем о том, что у нас есть возможность переходить в режим, как говорится, круиз. Нажатием клавишу V английская и еще раз можно, в принципе. Так, все, отключаем. Так, здесь что-то у нас происходит, по всей видимости. Спокойно. Включаем на PRV, простой режим. Так, ну да, это у нас, походу, заброшена та же станция, где мы с вами на стриме были, поэтому я думаю, нам здесь делать нечего. Ну что ж, давайте выберем еще какую-нибудь станцию. Может быть, даже и вернемся на ту самую станцию, откуда мы с вами и начинали. Та станция вроде бы называлась, ребята... А, вот он, порт, да. Так. Quantum travel initiated. Quantum travel complete. Quantum travel initiated. Прекрасно. Слушайте, я вообще удивлен, то, что я до сих пор не вылетел из игры. Обычно в таких... То есть долго я не могу играть. Потому что все пытаются зайти на сервер, ребята. Все пытаются попробовать этот недоделанный шедевр, можно сказать, да? Так, ладно, давайте нажмем V. Наберем немного скорости. Включаем landing mode, мод нажатием V. А, N, вернее. И отключаем. Стоп, тихо. Видите, я по сей день даже еще и не привык. Ну что ж, давайте попробуем сесть. Берем чуть-чуть выше. Навыки у меня, ребята, еще не заточены по посадкам. Но, тем не менее, я сейчас вам покажу. Попробую реально нормально так сесть. Так, хорошо, потихонечку. У нас теперь точный режим. Берем чуть-чуть правее. И давайте прямо здесь сядем. Если у вас корабль поврежден, то вы можете посадить туда, где нарисован гаечный ключ, газовый. И немного подождать, и вы можете понаблюдать за тем, как дроны ремонтируют ваш корабль. Это очень важно и очень даже занятно удовольствие наблюдать за таким делом. Так, ну что ж. Разработчики, кстати, работают над... плавной посадке, да, чтобы это все плавненько происходило, когда вы, например, взлетаете либо садитесь. То есть сейчас это все происходит рывками, к сожалению. Ну, то, что вы видите, ребята, возможно, вы смотрите уже спустя год это видео, и тут все по-другому показывается, поэтому имейте в виду, это видео в ранней альфе 2.0. Что ж, сели. Я думаю, даже мы прекрасно с вами сели на эту площадочку. Так как наш корабль не нуждается в каких-либо работах, вернее, ремонтах. Дроны вроде бы не пришли, да, поэтому даже и не надо этим заниматься. Ну что ж, господа, отключаем все приборы, высаживаемся. Хочу отметить, что... Комьюнити Star Citizen довольно такие, знаете, бывают нормальные такие, знаешь, помогаю там, подсказывать, еще что-то. Ну, я вчера, например, вызвал свой корабль, подхожу к кораблю, а его уже угнал какой-то черт. И этот, ну, он мне в чате там троллил меня еще. Ну, такие тоже бывают. Ну, прикольно, то есть угнали корабль, реально, ребят, угнали корабль. Или еще, то есть я когда на созвездии вылетал, смотрю, сзади у меня трое человек, типа, ходят, бегают по кораблю. Ну, мы вместе полетали, потом меня критануло. То есть, ну, реально, то есть можно здесь одной командой летать на одном корабле.
Это очень прикольно смотрится, господа. Кто-то там на пушку сел, там пушку, да, контролит, кто-то еще что-то. То есть прикольно. Ну что ж, ребят, это, конечно, не вся информация, которую я владею. То есть я пока еще осваиваюсь и по ходу дела вам показываю то, что я уже узнал. Есть очень много статей, но можно которую перечитать. Как раз я сейчас позанимаюсь. И, кстати, у меня есть хорошая информация. Опа, я уже вылетел с игры. Да. У меня есть хорошая информация, где там описывается подробно про этих режимов. Режим перемещения по космосу. То есть там все подробно написано, даже с названиями этих тех самых режимов и так далее. Дорогие друзья, с вами был Римас. Подписывайтесь на канал, видите, Star Citizen уже даже критон. Он говорит, хватит, Римас, ты уже поиграл. Давай, до свидания. Всем удачи. Спасибо за лайки.